Самый свежий номер газеты «Новая жизнь» — «Социал-демократы» и «Перестройка в партии». 20 лет борьбы с тоталитарным коммунизмом. Статья Валерии Новодворской. Секретарь сектора «Свободы» проекта стоит 1 рубль. 2 листа, 4 страницы, сплошь и рядом антикоммунизм. Свободное слово. Партия «Демократический союз». За демократическое государство мирным путем. Я был бы депутатом, я поставил вопрос об ограничении рабочего класса. Как? Всех его прав. Да какие права у рабочего класса? Ой! Ну какие права? Он знает свой станок. Пришел, отработал, пошел. А вы знаете, я вам скажу, что рабочий не хочет перестройки. Почему? Да потому, пока чиновник не хочет. А ты знаешь, какие условия труда? Ему выгодно. Увольняться, бутылку ставить, прием, опять ему выгодно. Ведь социализм, что такое социализм? Это социальные условия. Рабочий, интеллигент, там тыры-пыры, пенсионеры, жулики и все прочее. Вот что такое социализм. Социализм — это хаос.